Всем привет, с вами Тимофей. Я играю с Лорандом Дакой. И как вы можете видеть, все очень печально. Вообще говоря, у меня все выходные все печально после патча. Еще, по-моему, из 10 боев где-то 7 боев вот таким составом минус 1 или 2. Мы даже вчетвером однажды пятерых выиграли. А однажды у противника одного не было, и они выиграли. В общем, я слил все, что можно. И Даку слил, и все слил. Потому что, ну, нету просто одного напарника, и все. Минус один играем. О, вернулся. Сбил ТП. Походу ему пришлось купить в итоге этот самый себя, как его, свиток телепортации. Удачно. Как я и подсказал, видали? А без меня бы она не догадалась, наверное. Эх, меч не помог. Мог бы сделать килл. Не знаю почему, но почему-то хороших мечей я встречаю крайне редко. Кроме себя. Все почему-то стоят где-то вдалеке и смотрят хрен знает куда. Ничего не делают. Почему-то. А некоторые, наоборот, бросаются, сломя голову черти куда. Куда не надо, лезут. Ну, короче, никакой золотой середины не могут найти. Кстати, я поставил на Даку приток Прайма, потому что мне кажется, что без перекача его как-то уж больно легко забирает. Но это особенность разумного, конечно. Вот смотрите, голду я не могу забрать. Еле забрал. Меня Син сейчас может убить. Ова. Ой, мне надо изучить приток Прайма. Меня.
люди. Голда я не успел своровать. Несомненно. Надо было ульту выучить. Блин, ну всем надо все объяснять. Тень не понимает, что мне скрыть надо. Да, вовремя она коня скрыла. Он сейчас станет видимым, смотрите. А нет, успел. Ай-яй-яй. Отстой какой. А, ладно, не буду ничего писать. Надоело. Ведет меня. Хорошо, хоть геноморфа нет. Так, попробуй-ка я все-таки голду своровать как-нибудь. О, инвиз. Зря я это сделал. Лакеры ебучие. Нахера мне там попался этот инвиз? Но я же хотел на голду идти, блять. Ну что за жизнь? Ноль один. Отлично. То, что надо.
Нага и лук. Инвиз. Нага уходит. Хорошо. Иди, иди, Нага. Меч, ну ты выйдешь, нет? Боже мой, что творится? Меч взял и ушел под базу. Просто... пиздец какой-то. Наконец-то он вышел. Я думал, никогда не выйдет. И чё он такой пугливый? Чё у него там? Бессмертие, что ли, нет? Спасибо. Пожалуйста. Ты будешь тащить бой, когда, блин, мы все просрем, что можно. Сука, ульта есть. Нечестно, нечестно. Я думал, у тебя нет, раз ты ее не включила. Ну ладно, выжил на этот раз. Удачная охота. Источение ярости. Ладно, возьмем. Убили кошку. Отлично. Так, сейчас глянем глиф. Конь, ты где был-то, блин? Ну, пиздец. Взлетел. Еле успел. Сам справился. Тень, ну куда ты толкаешь, а? Да, не могла уж к нам толкнуть. Так, откатики возьмем. Несомненно. Я иду, я иду. Свет.
Ну-ка стоять. Сука, сдохни. Она сгорела просто, ёптать. Что делать-то? Что делать-то, ёптать? Вот так, я отдался башне. А, чуваки, ну я не знаю, вот это приключение, блин. Что-то я разогнался, да, и что-то слишком. Беги, тень, что ты тормозишь? Ультануло в крипов. Так, у нас есть син. Ну ладно, пока без класса живем нормально. Не сказал бы я, что он сильно мешает. Тень, походу, не знает, что если она рядом скрытая стоит, то она получает на 30% больше прайма. Угу. Так, что там? Меч на Лука нападает. О, кошку опять убили. Бедненькая. Иди сюда, меч, я тебя похиляю. Ой, как нага залетел-то хорошо. Молодец, прям под башню. Это я понимаю, нага. Всем нагам нага. Так, у меня лес нечищенный стоит, блин. Мощь. Интересно, сможет она соло забрать? Или пойти и помочь? Могла бы меча скрыть, он бы подошел невидимым. Эх, всему надо учить всех. Ну ладно, убили и убили. Хоть как. Ай-яй. Опять она убежала, посмотри-ка. Схожу-ка я на чужую голду, раз такое дело. А нет ее. Ну ладно, значит на крил пойдем. Эй, Крио, привет! Конь, ну когда я тебя нажал? Вот жму заранее коту, все равно коню, то есть все равно он не идет на ганг. Тень, ну что за ульт? Отстой какой-то прям. Ладно, главное победили, может быть, скорее всего, 10 как векач.
И, кстати, а кота-то я и не забирал. Ёптыч. Надо давно уже было это сделать. Я все время забываю, что после патча его легко убить. Кошечка, я иду. Эй, меня все бросили, я один воюю. Ну где хоть кто-нибудь? Писец вообще, всем похуй. Кошка с бессмертием? Нафига и кошки-то бессмертие? Вот это глупость. Бессмертие для кошки ставить. Воскресает она без кошки и не может ничего. Хотя если ульта в откате, конечно, она убежит. Но если она не смогла ульту раньше включить, скорее всего, ее нет. Несомненно. Че, башню-то будем ломать, не? И все разбежались. Главное, почти все враги трупы. Можно башни двойные сломать. Все разбежались. Ой, офигею просто. Так, ладно, не будем рисковать. Пойдем посмотрим, что там было. Лучка какая-то, что ли? Повинуюсь. А, вон она уже где. Ладно, ты пойшем, все, какой тел. А теперь за лучкой. Незаменимый боец. Она где-то тут. Вот она где-то тут была, блин. Ну ладно. Ушла, ушла. Не будем сожалеть. Убью, несомненно. Хотя драка бить, ну давай. О, скорчик, спасибки. Это еще что за хрень интересно. Барт куда-то ломанулся. Голд, что ли, воровать? Ой, меч где? Ох, ёптать. Какой быстрый чувак. И тень в итоге украла. Плюс 60 регенерации здоровья. 153 регенерации. А, 153 регенерации, вы видали? Родная земля у меня. Они хотят башни сейчас сломать. Так, 60 очков, это, наверное, мало. О, 68. Все равно мало. Блин, надо, наверное, 70. Ну ладно, похер. Похрену на очки. Наконец-то мой Дака хоть чуть-чуть обратно начал возвращаться, а то я так его слил, бедного.
О, мгновение разума. Прекрасно. Ой, чуть не забыл вам открыть характеристики. Ладно, всем спасибо, всем пока.